прошлую пятницу мы праздновали 27-й день Хендерсона на работе без увольнения. О, Джей соскочил с наркотиков и теперь пьет только пиво. Хотя еще не избавился от психологической зависимости. Джек уговорил Одри вернуться на работу, но она выбрала должность сама и стала заведовать кафетерием. Ну и горечь. Ханс преуспел в организации издательства на Таиланде, но до сих пор не может приспособиться к местным обычаям. Конец автобуса! Почему? Такие, как ты, в конец автобуса! Это возмутительно. Я не позволю так обращаться со мной только потому, что я... Куришь! Все курящие в конец автобуса! А я, получив повышение, приобрел возможность написать книгу на основе своего опыта. Как покорить девушку мечты за один вечер. А Лиза смогла, наконец, посвятить себя любимому делу. Знаете, часто приходится слышать, как люди жалуются, почему все плохое происходит именно со мной. Я не понимаю таких людей, потому что убедился, стоит остановиться и оглядеться вокруг. Увидишь, что все и всегда происходит к лучшему.